Всем привет! С вами канал Артмания. Дима без майки бегает. У нас уже, правда, вечер. Мы сегодня, вчера у меня была подруга в гостях. Мы ее проводили. И так устали вообще, просто не выспались. Оба с Димой легли спать. Он свою, я в свою поспала. У нас уже он там вечереет. И я поливаю здесь цветочки. Забыла, вот каждый раз забываю, нужно полить цветы. Особенно вот этот вот гибискус, его нужно полить специальными растворами, то есть, ну, как удобрение, да. Вот, и каждый раз забываем. Вот так вот. А здесь, кстати, у меня было 2 цветка, я их повытаскивала. Надо землю вот эту выбросить, горшок убрать. И здесь тоже выбросить. И сейчас жидкости много, она высохнет. Я ее тоже выкину. Там, да, банки. Там, да, там вот смотрите, что у меня. Я еще туда не лазила. Ну, частично лазила. Частично. Чуть-чуть. Сегодня вот некогда, а завтра, наверное, я уже полезу туда снова. Открою балкон, все там себе прогрею и полезу там разбираться. Потому что ремонт такое дело, я туда уже просто в последнее время уже просто все забрасывала, что могла. Там вот кормушка. Хотели с Димой, кстати, кормушку повесить, а Дима предложил на даче повесить кормушку. Я подумала, блин, а классная идея, повесить кормушку в саду. Представляете, у нас в саду на даче. Помните, какой сад у нас красивый? Я в конце ролика этот поставлю. Ролик в конце видео. Какая дача, обзор нашей дачи, как там красиво. Я подумала, блин, а почему бы и нет? Там вот птички прилетают, классно будет. Вот. Так вот. Все, уже пробки там. Да, да. Сейчас ты шлепнешься в коробку. Усядешься. Пук и сядешь, да? Пук и все. Вот, короче, мы классно просто провели время здесь с подружкой, обо всем поболтали. Вчера вечером поболтали, у нас ночевка оставалась. С утра проснулись, с утра поболтали, повеселились, похохотали. Прям супер, без алкоголя. Вот, но она веселая, она классная. Снимать себя, конечно же, она отказалась. Вот, говорит, я не хочу, не надо. Вот. Ну ладно, там чуть-чуть вы видели в вчерашнем, наверное, ролике. Ноги ее там попадали, руки, ноги чуть-чуть, лицо не стало. Ну, не хочет человек, не хочет, ладно, что. Я буду ее заставлять что-то. Это, конечно. Вот. Так, вот она тоже смотрит сейчас мой канал уже. Вот, увидит свои ножки. Да, самое главное забыл сказать, тут поливают цветок по мере впитывания. Потому что бывает, что отсюда прям может вылиться неожиданно вода, и тогда катастрофа. А вот она уже, я смотрю, вон она начинает подходить. Чуть-чуть осталось. Как впитывается. По краям чуть-чуть сюда. Ну все. Чуть-чуть осталось. Видишь, что она? А, ну вон она видна. Надеюсь, она не вылезет сейчас неожиданно где-нибудь. Вот, это у нас гибискус. Он не растет, он не цветет, вернее, никак. Ну, я уже привыкла, что у него нет цветов. Ладно. Нет, так нет. Зато дерево красивое. А тут, кстати, сбоку вот кактус. Он что-то плохо растет, там, видно, мокро постоянно. Но он, кстати, давно сидит, уже не. Уже 2 года с чем-то. Он сидит просто для красоты особенности. Там. Смотрите, первый раз такое, что белье поместилось прям в тютельку, смотрите. Обычно я еще сверху навешиваю, еще, потому что не помещаю. А это вот я последние штаны сейчас вот эти повесила. Прям смотрите, в тютельку было свободное место, здесь кусочек. И они сюда встали. Надо же, первый раз такое, прям в тютельку. Видно же прям, как она такая вот господи, прогогнанная, прогнутая. О, прогнутая, да. Все, тут поставила, уже не в комнате. Тут привезли ему тоже, кстати, линолеум такой же. Это наличники остались от двери. Там еще этот надо объявление дать. Вот. Свекровь убралась. Тут в комнате уже красиво стало. Стол стоит. Смотрите, какой классный. Прямо классно стало. Вот. Еще осталось. Вот тут у меня стенка приедет. И отсюда вот части мои. Тут, чуть-чуть, тут, чуть-чуть.
вещи. Посуда у меня здесь, книги у меня здесь. Все переедут туда. Шкаф приедет скоро, надеюсь. Часть туда уйдет. Вот. А с вами я прощаюсь. Всем пока. С вами был канал Артмания. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем пока-пока.